Я всегда вспоминаю, когда ходила в дворец детского юношеского творчества, и мы с ребятами и с девочками, добираясь вечером до остановки, остановка была, где администрация города, мы шли пешком. Ведь расстояние не маленькое, там стройка была. Вот я до сих пор запомнила. Но вы знаете, мы всегда после школы бежали на тренировку, потому что там была наша семья, наша спортивная семья. Мой город Чебоксары – это развивающийся, комфортный, уютный, семейный город. Мы его очень любим. Я хотела бы, чтобы мои ученики оставались здесь, в нашем любимом городе. История города – это наша история. Историю делают люди. И если каждый внесет свой вклад, пускай по крупицам, по маленькой ниточке, но это сольется в одну единую семью, в одну единую жизнь. Жизнь города. Наша федерация в этом году 20 лет. И мы гордимся тем, что в нашей федерации занимается 7000 человек. Проект «Движение – это жизнь». И мы гордимся этими девчонками. Благодарна администрации города за такой шикарный проект, как «Зарядка со звездой». 25 800 человек собрать в одном месте – это очень сложно. И чтобы все по крупицам соединилось, и проект заработал, а он вошел в Книгу рекордов Гиннесса, это дорогого стоит. Но это стало доброй традицией для города Чебоксары. 550 лет – очень красивая дата. Мы гордимся своим городом, мы его очень любим. Расти, процветай, живи –